Государственный племенной завод в Сокулуке расположен в совхозе Фрунзе недалеко от столицы. Со времен Союза учреждение занимается важным государственным делом Животноводческой республики. Радует то, что в последнее время перемены затронули и заброшенные здания известного животноводческого огромного хозяйства. В этом комплексе могут разместиться порядка 200 животных. До этого хозяйство было заброшенным. Мы планируем своими силами все привести в порядок. Здесь можно содержать и откармливать до 200 бычков и овец и экспортировать в арабские страны. На данное время готовим корма на зиму. Те, кто живут и трудится на селе, не понаслышке знают, насколько необходимо вовремя произвести укос многолетних трав. Трудолюбивые крестьяне местности знают, что необходимо на зиму для скота. Выращивают зерновые колосовые, жмыховые и многолетние культуры. В эти знойные дни на полях кипит работа. Весной посеяли сорта первой репродукции. Выращиваем кормовые культуры не только для семян. Урожай надеемся получить неплохой. Поливной воды было достаточно. По информации представителей департамента, в этом году испытывают сорта из соседнего Узбекистана. В течение года идет процесс восстановления заброшенных племенных хозяйств в республике. Планируем уже выйти с положительным результатом по доходу в 2024 году на сумму порядка 24 миллионов сомов по кормам и количеству скота. По информации Департамента аграрного ведомства республики, для обеспечения кормами племенных овец породы меринос в количестве порядка 10 тысяч голов заготовлено с первого укоса многолетних трав с площади более 100 гектаров. Бексултан Курманбекулу, Усен Кульбаев, Алатау 24.